Всех приветствую на канале Animal Life. Козлик отказывался есть 6 дней, только посмотрите причину его депрессии. Герои этого видео, козла по кличке Мистер Джи, спасли от непутевой хозяйки, которая держала настолько много животных, что практически не справлялась с должным уходом. Животное попало в специализированный приют Animal Place в Калифорнии. Казалось бы, теперь у него должна была начаться нормальная жизнь. Но все оказалось сложнее. 6 дней по прибытии в новое место мистер Джи отказывался есть, хотя ему предлагали самые изысканные козьи деликатесы, и практически не пил. Он даже не выходил из сарая. Козлик лежал на сене в углу, не поднимая головы, и был совершенно подавлен. Люди стали наводить справки и выяснили, что на прежнем месте жительства козлик 10 лет дружил с осликом по кличке Джелибин. Но тот после операции спасения попал в другой приют. Желая помочь козлику, волонтер Джефф МакКракен совершил 14-часовую поездку и привез Джелибина в Animal Place. Когда мистер Джи услышал, что за стеной сарая разгружают грузовик, он впервые за 6 дней поднял голову, а его глаза загорелись надеждой. Как же друзья были рады встрече друг с другом. Козлик ни на секунду не хотел отходить от Джелибина, а через 20 минут друзья вместе разделили трапезу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.